А мне отключили свет. Отключили электроэнергию. За задолженность была у меня. 1614 рублей. Задолженность, вот. Не могу теперь чай себе сделать, потому что чайник электрический. Не могу даже погреть воду на плите. Плита электрическая. Wi-Fi нет его. Он тоже на электричестве был. Теперь в течение 2 дней восстановят электричество. 2 дня, блядь, жить вот так. Всем спасибо. Причем еще наклеили мне наклейку на дверь. Как стоп-хам, блядь. Который вообще не отдирается почти. Сейчас буду отдирать. Все равно электричества нет. PlayStation мне не поиграть. 2 рабочих дня буду срать, как кошка в темноте, блядь. Пиздец, что за нахуй? Ну я, как бы, парень находчивый. Я, наверное, ночью это... Поеду потаксую. Электричество в машине есть. Еда есть. Диалоги интересные найдем. Ой, мораль всей басни такова. Платите вовремя за свет и за все эти дела. Невозможно просто. Но меня тоже удивляет, что без объявления, без всего, просто ну, то есть пришло предупреждение какое-то хотя бы там на дверь налепили, что если не оплатите, то отрубим. Ну нихера же, просто уже известили, что у вас все отрубили. Платите вовремя по счетам, ребята. Все. Спокойной ночи. Мне интересно, если я напишу про это монолог, у меня вообще выключат свет на всю жизнь? И воду, и все на свете. Не знаю, стоит с ними шутить или нет. Мне кажется, попробовать стоит. Еще самое херовое. Да, я прям шахтер в натуре. Самое хреновое, что еще все лазерные мечи сели. Их нельзя зарядить. Потому что я с ними игрался в обычные дни. Кто знал, что так будет? Столько лазерных мечей, ни один световых, точнее, не световые мечи. Ни один нельзя включить. Вот такая залупа. Пойду добуду уголь. Реакция на окружающую среду. Прежде всего, некоторые свойства организма возникли в качестве его реакции на определенную среду. Наглядный пример – это переносимость мышьяка в летальных дозах. Это свойство отличает жителей шахтерского городка Сан-Антонио-де-Лос-Кобрес, расположенного на высокогорном аргентинском плато 3700 метров над уровнем моря. Этот яд в высоких концентрациях содержится в почве и даже в воде, которую пьют местные жители.